Наша новая связь появилась сегодня ночью в 2 часа 45 минут. Поэтому весом 3 килограмма 742 грамма, 51 сантиметр. И так получилось, что еще и день города. Зовут нас Савелий. Так что вот новый житель Анапы. Именно врожденному родители выбрали русское. В переводе Савелий – желанный подарок от Бога. Ну, у нас супруга, в принципе, так и планировала. Первая дочка, второй сын. Наталья и Виктор планируют большую семью. Маленький Савелий – первый сын в семье и первый анапчанин, рожденный 21 сентября, в день города.